Шедевры немецкого романтизма скоро представят ульяновской публике. Симфонический оркестр «Губернаторский» под руководством дирижера Дмитрия Матвиенко исполнит произведения Иоганнеса Брамса, Роберта Шумана и Феликса Мендельсона. В 19 веке музыка особенно сблизилась с литературой. В гармоничном тандеме появились свежие приемы, идеи и звучания. Каждое из произведений, вошедших в концертную программу, погружает в атмосферу романтичной эпохи. Сердцем концерта выбрана 4-я симфония Брамса. Исполняя ее, дирижер из Минска решил отойти от штампов. 4-ю симфонию хорошо все знают оркестранты, но есть определенное количество традиций, которые сейчас, мне кажется, лучше немножечко стирать и стараться посмотреть на партитуру чистым взглядом. Из программы, скорее всего, уберут номера, которые публика слышала слишком часто и на концертах, и на торжествах. Есть несколько номеров, которые обычно играют с хором и солистами. Поэтому мы сейчас вот на репетиции буквально скомпонуем какую-то программу. Я думаю, что пару номеров нам придется убрать, в том числе знаменитый свадебный марш, который обычно все идут под венец. Концерт состоится 6 февраля во Дворце творчества детей и молодежи. Напоминаем, для того, чтобы насладиться шедеврами мировой музыки, при себе необходимо иметь QR-код и соблюдать масочный режим. Виктория Чиркова, Улправда ТВ.